Бренд, который развивался в России как главная промышленная выставка, выходит за рамки Российской Федерации, и мы начинаем работать на тех рынках, которые интересны российским промышленникам. Мы планировали выставку провести в двух павильонах УЗЭкспоцентра в Ташкенте, а в итоге мы будем проводить выставку в четырех павильонах, и большая будет уличная экспозиция. С энтузиазмом к идее и на промо в Ташкенте отнеслись российские промышленные гиганты, такие как Ростех, Росатом, Россельмаш, КАМАЗ и средние компании, которые занимаются технологиями для городов, промышленным IT. Мы ожидаем не менее 10 делегаций российских регионов во главе с губернаторами. В наше время очевидно, что если ты не экспортируешь свою продукцию, а рассчитываешь только на внутренний рынок, значит, эта продукция не самого лучшего качества, и, скорее всего, такие компании исчезнут из внутреннего рынка.